Югорчане смогут оформить заграничный паспорт в многофункциональных центрах без помощи специалиста. Это стало возможным благодаря криптобиокабинам. Эти устройства сегодня запустили в 7 городах округа – в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Мегионе, Нягане и Когалыме. Внешнее устройство напоминает фотокабину, но кроме фото еще и сканирует отпечатки пальца. Все биометрические данные автоматически отправляются в базу Министерства внутренних дел. Сроки выдачи документа остаются прежними. В течение месяца при подаче заявления по месту регистрации и до 3 месяцев по месту фактического проживания. Но сам процесс стал в разы проще. Процедуру на себе опробовал директор департамента информационных технологий. Те данные, которые через криптокабину передаются в федеральную систему МВД, они достаточно защищены, и можно не волноваться за их сохранность. Ну и в целом процедура получения мне понравилась. Интересно общаться с кабиной. Надеюсь, что оперативно придет заграничный паспорт.